День города выдающиеся жители Ульяновска были вписаны в региональную книгу почета «Герои Малой Родины». В праздничных мероприятиях, посвященных 370-летию Симбирска-Ульяновска, принял участие губернатор Сергей Морозов. От имени государственной власти Российской Федерации и Ульяновской области, от лица жителей региона и всей страны, поздравить вас всех с 370-летием Симбирска-Ульяновска. Его история – это 370 лет громких побед и великих свершений, крепких традиций и богатой культуры. Это 370 лет славной жизни, напрямую связанной с судьбой всего государства. Основанный как неприступная крепость на юго-восточных рубежах страны, наш город никогда не оставался в стороне от важнейших событий. Охранял и защищал, строил и кормил, одевал и вооружал матушку России. Наш город был и остается родиной доблестных, трудолюбивых, талантливых людей, которых объединяет особый культурный код, наша региональная идентичность. Благодаря неповторимому колориту, присущему нашей области, благодаря братскому единству своих земляков, мы живем в благополучном, современном городе, подлинной жемчужине Поволжья. От всей души желаю всем ульяновцам здоровья и удачи, мира и счастья, любви и семейного благополучия. Пусть на нашей благословенной земле всегда царят мир, добро и радость. С огромной любовью и уважением к вам, дорогие ульяновцы, ордена Ленина, Ульяновская область. Основные торжества прошли у памятника основателю Симбирска Богдану Хитрову. Жители и гости Ульяновска приняли участие в церемонии поднятия флага Российской Федерации. Губернатор Сергей Морозов вручил свидетельство о занесении в региональную книгу почета «Герои Малой Родины» заслуженным жителям города. В день 370-летия Симбирска-Ульяновска праздничные мероприятия прошли во всех учреждениях культуры и на открытых площадках города. В центральных скверах и на эспланаде площади Ленина работали интерактивные исторические выставки. На бульваре Новый Венец открылась 8-я Международная ассамблея художников «Пластовская осень». Международная ассамблея художников «Пластовская осень» в наши дни является обобщающим. Я бы назвал центральным звеном большой системной работы по продвижению творчества Пластова. За время своего существования ассамблея стала заметным событием в культурной жизни региона и страны. Ежегодно проводимые в ее рамках выставки, научные конференции, семинары и пленэры привлекают в живописный осенний Симбирск и на его родину Пластова, Преслониху, сотни и сотни деятелей искусств из разных уголков не только страны, но и мира. В парках и скверах всех районов Ульяновска можно было принять участие в разнообразных мастер-классах, от художественных до спортивных. Музеи распахнули свои двери для посетителей, представив экспозиции, рассказывающие об основных исторических вехах Ульяновска-Симбирска. Всего в празднике приняли участие более 8 тысяч человек.